Что? Ну, в целом, он ничего. Да нормально, нормально. Очень жалко, что сейчас очень много друзей уходят. И Михаил, и еще Георгий ушел, уже талант, боевой товарищ. А Туркмения, я вспоминаю, там просто в госпитале лежал чужим после Афганистана. Пока будем помнить, он будет среди нас. А так мы всегда по жизни идем проще. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Уходил я от погони, все патроны расстрелял. Подо мной менялись кони, скачки темп не удержав. Лишь как он последний верный, на удачу молодцу. Рыжегривый, как по нервам, ветер хлещет по лицу. За каким таким богатством поманило, понесло. За коня отдал полцарства, остальное за седло. Я ж в завещанных пределах жить не мог и не хотел. Видно, в том-то все и дело, что достойных нету дел. Видно, вспомнилась дорога, позабытая давно, где года ложатся строго по закону домино. Ну давай же, друг ушастый, подожми и ободрись. Если в жизни все прекрасно, то какая ж это жизнь? Если все в душе спокойно, то зачем тебе душа? Если не бывает больно ни от слов, ни от ножа. У коня копыта сбиты, надо отдых дать коню. Небо хмурится сердито, значит, скоро быть дождю. Для чего я погоняю быстроногого коня? От погони убегаю, а выходим от себя. Yeah.